Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня записываю ролик про вязание. Давно уже не записывала ничего интересного, да? И сегодня решила записать, что я вяжу. Что я связала, что вяжу, чем занимаюсь. Вот в этом ролике сегодня будет такая тема. Ну, во-первых, сразу хочу сказать в самом начале видео, что именно будет в этом ролике. Поговорим про носочки, потому что близится зима. Я вяжу носочки, покажу вам, что связала, какие вяжу, какие уже связала готовые носочки, покажу вам. Потом расскажу, какой у меня был заказ, как я его исполнила и, ну не знаю, еще не отдала. Вот думаю, сейчас запишу видео, потом сделаю фото и отправлю заказчице, пойдет, не пойдет такой заказ им, не знаю, короче. Расскажу все, покажу. Вот. Ну и еще покажу вам штатив, который я заказала на Валберес. Расскажу, покажу вам, зачем тоже его приобрела, покажу, расскажу. И напоследок я вам покажу своих куколок. Сделаю такой мини-видеообзор по всем куколкам, которые у меня связались. Вот, кто у меня ко мне приходит на прямые эфиры, те, конечно же, видели. Но, возможно, кто-то и не видел. Ну, невозможно, скорее всего, многие не видели эти куколок этих. Итак, я сейчас камеру поверну на стол, чтобы было удобно и мне показывать, и вам удобнее было смотреть. И расскажу вам, покажу все, что я запланировала. Под видео, кстати, есть тайминг. Можете прям переходить по таймингу и смотреть именно то, что вам хочется посмотреть. Вот. Ну, а возможно, вы посмотрите все видео от начала и до конца. И за это я вам буду очень благодарна. Ставьте, конечно же, пальчики вверх или вниз, кому как нравится, не нравится. И пишите комментарии, задавайте вопросы. На вопросы я обязательно отвечаю. Итак, продолжаем смотреть, кому это интересно. Итак, любители носочков. Сегодня хочу показать вам носочки, которые я связала. Вот такие вот красивые носочки у меня связаны из ниточки Alize Wool Time. Так, у меня нет этикетки именно вот от этих носочков, но у меня есть вот такой клубочек, еще моточек Alize Wool Time. Вот. Это носочная пряжа, и здесь в 100 граммах 200 метров. То есть эта ниточка толстенькая такая, да? Вот, Alize Super Wash, там в 100 граммах 400 метров, 420 даже, да? А здесь вот 200 метров в 100 граммах. Поэтому носочки толстенькие. Вот такие вот симпатичные носочки у меня связались. Пяточка здесь, тронг у меня. Вот связана такая пяточка. Видите? Вот отсюда я и начала вязать. То есть здесь идут прибавки через ряд. А потом здесь вяжется пяточка. Вяжется туда-сюда. И вот так вязала, что здесь вот жаккард у меня, да, получился на пятке. Сверху его нет. Жаккарда, видите? Сверху у меня жаккард шел. Вот здесь немножко. Но здесь резинка, он тоже его не видно, жаккарда этого. Вот, здесь у меня жаккард этот получился на пятке, ну, снизу, то есть, да. И чуть-чуть у меня вот здесь вот получился жаккард. Ну, тем не менее, здесь такие полосатики получились. И мне очень нравятся хорошие носочки. Вот, тепленькие. К зиме само то. Перед этим я вязала, я не помню, показывала или нет, я вот такие носочки. Это тоже с такой же ниточки. Вот, только другой цвет, расцветка другая. Пятку здесь я вязала обычную. Ну, как обычно, здесь вот я вот так вот пятка подкова называется, да? Вот, и она укрепленная немножко. Вот такие носочки. То есть вот у меня две пары теплых носочков связаны. И вот такие еще носочки у меня связаны. Это тоже мужские носки, связаны они из шерстяной ниточки околица.
Вот такие вот. Ну, это обычные шерстяные носки. Прям шерстяные. И покажу вам носочек, который сейчас я вяжу. Это носок мужской. У меня вяжется он из остатков. Из остатков вяжется. Вот остатки Супер Вош. Вот такие остаточки у меня Супер Вош. Вот эти вот Супер Вош тоже. И дополнительно я еще вяжу вот с этой ниточкой. Я не знаю, как эта ниточка называется. Тоненькая такая она. Вот. И я соединяю в две нитки и вяжу. И вот такие вот они у меня пестренькие получаются носочки. Здесь я не буду выделываться и подбирать рисунок, потому что все пестренькое. И я думаю, что они и так будут неплохие. Вот я один связала, вяжу сейчас второй носок. Но здесь в самом начале у меня как бы подошло по рисунку получается, видите? Вот вяжу резинку вот из таких вот ниточек, из этих остатков, а потом вяжу зелеными ниточками и вот этими коричневыми. То есть соединяю в две и вяжу. Пятка здесь у меня не укрепленная, обычная пяточка. Вот, ну а здесь она у меня как подкова тоже считается. Вот такой вот носочек один связала уже. Так, про носочки все. Больше про носочки ничего сказать не могу. И покажу вам, что мне заказали. Мне заказали связать пинетки и шапочку. Вот пинетки я уже связала. Вот такие вот симпатичные пинеточки. И вот такая вот шапочка. Вязала на спицах. И вот как у меня две спицы вот так вот идут. И вот это вот прям заметно здесь ослабленная петля. И вот сразу это видно, что это середина. Но не знаю, как она будет. Может быть, потом в стирке и в ношении, может быть, она не будет так заметна. Ну, вот как бы мне не очень понравилось, но мне теперь уже перевязывать не хочется. Вот, вязала в круговую. То есть вот у меня тоже эта задняя сторона. Как говорится, сзади ее не видать. А здесь у меня получалось лицевая и изнаночная ряды, то есть платочная вязка здесь у меня идет, ряд лицевой, ряд изнаночный. Вот, ну здесь резинка, резиночка двойная, вот так вот связано ушки и завязочки. Я не знаю по размеру. На 4-месячного ребенка надо было мне связать. Здесь как бы я померила в диаметре головы, в объеме головы 40 сантиметров. Ну вот, вот здесь вот я не знаю, то ли маленькая будет, то ли как раз. Как бы даже не могу сказать. Хотя можно было, наверное, размеры посмотреть. Ну, так все вроде бы хорошо, все мне нравится. Ну вот, заказчице покажу, понравится, заберет. Так, ну и что? Давайте покажу теперь вам. Так, это все уберу, чтобы не мешало ничего. И покажу вам, какой я купила штатив. Штатив. Можно это и селфи ее считать. Ну, для селфи она, знаете, такая тяжеловатая, я бы сказала. Вот у меня есть палка селфи. Вот она такая вот, да, маленькая. Она, в принципе, тоже. Ножки у нее есть. В принципе, она мне тоже нравится. Вот такая вот. Но вот это вот у меня только в одну сторону можно наклонять. И если ее наклоняешь вот так, то она телефон, ну, как бы выше, когда поднимаешь ее, вот эту вот выдвигаешь,
И он все равно он не стоит хорошо. Он как бы здесь вот не крутится. Вот эта вот ножка, вот я для чего взяла? Для того, чтобы, возможно, на работе буду писать какие-то мастер-классы. И вот я заказала себе вот такой штатив. Ну, еще не применяла. Завтра пойду на работу, возьму с собой, попробую что-нибудь на камеру повязать и испробовать, посмотреть, как это получается, не получается. Здесь все вот это вот все крутится, естественно. Вот это вот и туда можно. То есть вот сюда вставляем телефон. Вот так вот сюда вот телефон вставляется. Вот и можно и прямо его ставить, и вот так вот наклонять. Например, если я ее поставлю и здесь телефон ставлю, я могу записывать, и оно у меня, оно крутится вот так вот, видите, вот эта вот ручка, то есть ее она где-то выдвигается, сам выдвигается где-то на, ой, где-то на 2 метра что ли, вот так выдвигается вот эта штучка, вот такой очень такой серьезный. Вот здесь вот ножки, 4 ножки, но я не буду выдвигать их. Есть 4 ножки, такая устойчивая подставочка хорошая. Это пульты, тоже пульт, зарядка есть. Здесь можно сразу посмотреть, не снимая телефон с камеры, с этого, со штатива, можно будет посмотреть, проверить запись. Там плюс-минус здесь вот я, ну, короче, буду смотреть, что и к чему. Видео, фото, то есть это можно в руки брать. Отодвигать где-то штатив, ну это уже при съемках каких-то, да, вот, и можно регулировать или фото делать, или видео делать, записывать, то есть не надо бегать к штативу, что-то там менять на телефоне. Вот, и еще один пульт вот здесь вот, кнопка, это тоже для того, чтобы нажимать, снимать, например, что-то отодвигаешь, штатив ставишь, сам отошла в сторонку, и можно снимать, нажимать, и будет телефон снимать. То есть он через Bluetooth подключается к телефону и производит съемку. Вот. Такую вот красоту я купила. Не знаю, как оно мне будет в плане, как оно все это будет работать. Так что заказывала на Валберис. Вот такая вот красота. Здесь вот шнур. И такая коробочка хорошая. Вот. Так, ну и что? Теперь самое интересное и самое вкусное. Это обзор кукол. Давайте покажу вам своих куколок. Итак, очень быстро темнеет. Пришлось включить свет. Я, наверное, буду тут... Тень от меня будет. Так, ну что? Первая куколка. Первая куколка связана у меня по иностранному мастер-классу. Я тут как давала ссылочку на этот мастер-класс, на канал. А вязала прям полностью по мастер-классу. Здесь голова пришивная у нее. Такие вот шишечки. Ну, бантики тут я сама уже приделала. Вот. Кофточка снимается у нее. Кофточка снимается. А вот так вот. Вот так вот снимается кофточка. Ручки вот такие вот ввязываются. Вот. Здесь у нее ни трусиков, ничего нет. Просто прикрыто платьюшком. Туфельки тоже несъемные. Вот такая вот малышка. Размер ее, ну, где-то 19 сантиметров. Около 20. Вязала, говорю, что полностью по мастер-классу иностранному. И потом решила связать еще одну.
но уже со своими какими-то доработками или там изменениями. Сейчас покажу вам еще уже свою куколку. Мне понравилось то, что она маленькая. Маленькие куколки вяжутся быстро. Ребятишки также любят играть в маленькие куколки. Вот такая вот куколка. Вот это вот у меня связана вторая. Вот. Естественно, они отличаются немножко. Здесь я ей уже связала трусики. Платье съемное сделала. Фартук это не обязательно. Фартук просто можно просто оставить в платье. Можно другое платье, можно еще что-то вязать. Сейчас даже не помню, как я вязала здесь рукава. Ручки у меня тоже также вязаные. Но голова поворотная. И паричок я связала, просто связала паричок. И вот эти вот кудряшки, бантики сделала такие. Вот такая вот куколка у меня получилась. Она чуть-чуть побольше связана. Вот эти, кстати, вот эта куколка связана из Yarn Art Baby Cotton. Называется ниточка. Это из Yarn Art Jeans. Вот это из Yarn Art Jeans. Глазки крепятся на безопасном креплении, они во время вязания крепятся. Ну и вот такая вот куколка, она немножко побольше, чем первая. Так, ну примерно буду говорить, да, 21 сантиметр, ну вот на 2 сантиметра она повыше. Вот такая куколка. Связала фартук, что вдруг возможно и оденет она это платье и оденет этот фартук и отправится в школу. То, что цвет красный. Ну, сейчас такие формы у детей разные, поэтому все возможно, и такая форма тоже имеет место быть. Так, затем я начала вязать мастер-класс. Начала делать мастер-класс тоже на маленькие куколки. Это у меня куколка Валюша, как вы знаете. Вот мы вязали это, мастер-класс у меня есть по этой куколке. И параллельно я начала вязать вторую куколку. То есть я их две сразу начала вязать. Ну и как видите, они абсолютно разные. Здесь тоже платье снимается. Туфельки, ботиночки, они не съемные. Вот трусики также есть. Но она здесь уже маленько связано по-другому. Так, ну платье не буду снимать. Эти вот ручки там тоже ввязаны, так же как на тех куклах. Голова поворотная. Ну и мне не хочется вот эти вот кудряшки много-много вязать. Мне хочется по-быстрому все. Поэтому я не вязала длинные волосы, а вот связала вот такие вот волосики коротенькие. Я их садила на клей, не пришивала. Садила на клей и связала вот такие вот штучки. Они у меня, кстати, еще до сих пор не пришиты, а просто на иголочках. Вот. Ну, тоже милашка. Размер этой куколки 20 сантиметров. Вот. Ну, она примерно как эта. Чуть-чуть, видите, побольше. Вот. Все они примерно на одно лицо. Вот такая. Ну, а это Валюша. Вы видели ее в мастер-классе. Куколка связана. Здесь тоже я все маленько по-другому вязала. Здесь как бы зауженная талия у нее. Трусики, как видите, низковато сделала. Чуть-чуть надо было ряда 2-3 еще провязать белым цветом. Но в мастер-классе не связала и перевязывать уже не стала. Поэтому, если кто вяжет, вяжите трусики повыше. Или же вообще полностью без трусиков вяжите, а там лучше связать трусики съемные. Ну, я связала здесь фартук, так как, возможно, также девочка пойдет в первый класс. Вот. Кудряшки тоже длинные не стала делать, потому что не люблю я вязать эти долго, эти вот кудряшки. Поэтому я коротко
И здесь такой хвостик связала с бантиком. Эта куколка у меня размером, давайте посмотрим, где-то 23-24 сантиметра. Чуть побольше. Видите, вот я их одновременно вязала, но они немножко отличаются здесь, потому что я уже там, как говорится, вот эти ряды уже вязала сама. Ну, то есть, как шло, так и шло. Кстати, в ручках здесь вот ничего не вставлено, никакие проволочки. Здесь тоже ничего не вставлено. В этой куколке вставлены вот здесь вот проволочка. Здесь они у меня также вязаны рукава, ручки. Но здесь вот я вставила проволочки вовнутрь. Так. И вот в этой куколке ручки там вязаны по-другому маленько, да? Сейчас я раздену куколку и покажу вам. То есть они уже идут, как бы не ввязываются, а... Ну, тоже ввязываются, но уже по-другому ввязываются. Вот, видите? Вот так вот. То есть вот такие вот ручки здесь уже. Там проволочка вставлена, в шею тоже проволочка вставлена, голова тоже поворотная. И вот такой вот, вот такая вот куколка получилась. Еще хочу связать таких куколок, мне очень понравилось. Они, во-первых, вяжутся очень быстро, быстро, легко. Можно разных куколок навязать с разными прическами, с разными одежкой, с разной. И вот можно такой прям целый детский сад устроить. Вот у меня уже почти что детский сад. Сейчас покажу вам еще, каких куколок я связала. Вот сейчас даже не помню, как у меня получился мальчик. Даже не могу сказать, потому что неожиданно увидела, что он у меня связался. Когда я его вязала, даже не знаю. Как-то так. Сейчас вспоминаю, и мне кажется, уже после вот этой куколки я связала вот этого мальчика. Вот такой вот пацан связался у меня. Давайте посмотрим его, тоже разденем, посмотрим его. Так, эти у меня пусть лежат тогда. Вот, здесь у меня комбинезон, такие штанишки. Здесь все съемное, снимаются башмачки, снимаются штанишки. Да, трусики у него есть. Вот, и кофточка. И кофточка вот такая вот, видите? Вот такой мальчик связан. Чуть-чуть он отличается от вот этой девочки, если кто хочет вязать мальчиков, да, здесь у нее, видите, здесь зауженная талия, вот, видите, здесь нет, здесь меньше, то есть здесь я просто меньше сделала убавок, вот, немножко убавила и пошла вязать прямо, то есть не стала еще убавлять, здесь, видите, я прям больше убавила, а здесь меньше убавок у меня, и вот такие вот тоже трусики связала, также ручки все. Ну, остальное, в принципе, все то же самое. Вот если мальчика будете вязать, вот такие вот убавки здесь делать сильно не надо, потому что у девочек как-то более выделено, да, попа. Ну, хотя у маленьких детей, наверное, все одинаково. Значит, что мальчик, значит, связан. Прическа у него такая коротенькая. Такой вот паричок я вам показала, как он вяжется, чтобы не привязывать по отдельности прядки, не пришивать их. Вот челочка, ушки, здесь ушки можно даже и не делать, потому что их, в принципе, и не видать, эти ушки, их вот этой прической закрываешь и все. Вот, ну а все остальное, в принципе, то же самое. Вот такой вот мальчишка у меня связался. Так, сейчас я его одену. Итак, размер этого мальчика у меня 24 сантиметра, где-то 24-25. Вот такие вот куклята у меня получились.
Ну и еще связала вот такую куколку. Куколка эта связана по мастер-классу. Сейчас я не скажу имя и фамилию, имя. Здесь написано будет фамилия, имя мастерицы, мастера. Вот. Ну, что-то тоже где-то я меняла. Сейчас уже не помню, что где меняла я. Вот такие вот трусики связала на завязочках ей. Вот. Платье связала. И такие вот шишечки сделала ей. Это вот все снимается. Такие украшения у нее. Как вместо бантиков. Такие вот украшения сделала ей. Вот. Голова тоже у нее поворотная. В мастер-классе, по-моему, пришивается голова. Не помню я уже. Ну, то есть говорю, что-то здесь я меняла маленько, что-то по-своему уже делала. Как обычно. Вот. И вот такая вот куколка у меня получилась. Такое платье. Туфельки несъемные. Туфельки-носочки. Так, и размер этой куклы у меня получился где-то 28 сантиметров, может быть, 29. Вот, и вязала я ее из Yarnart Jeans. Я тут не говорила, какими вязала. Вот эта куколка тоже Yarnart Jeans, только другой цвет у нее. Это вот тоже Yarnart Jeans связано. А это связано, по-моему, тоже из Cotton. Yarnart Cotton. Baby Cotton. Наверное, так же, да? Или нет? Или какая-то другая ниточка. Нет, наверное, другая ниточка тут связана. А может быть, это Yarnart Baby. Может быть, Yarnart Baby это. Вот такие у меня малыши навязались. Сколько вот их у меня? 6 штук. 6. Шестеро, да? Ну, почти что детский сад. Группа детского сада. Вот такие вот куколки у меня связались. Ну вот, похвалилась я вам своими куколками, носочками, штативом. Все рассказала, показала. Я надеюсь, видео понравилось вам. Пишите комментарии под этим видео, что понравилось, какая куколка больше всего понравилась. Вот, планы у меня какие? Скоро Новый год. Змеек я вязать не хочу. Я хочу этим куколкам связать новогодние костюмы. Что получится, я не знаю. Какие костюмы будут, я тоже пока не знаю. Но, может быть, что-нибудь повяжу. Но это тоже я говорю, что не 100%. Потому что сегодня я хочу одно вязать, завтра я, может быть, совсем что-то другое захочу связать. Но, опять же, хочется вообще просто повязать просто куколок. Маленьких вот этих куколок. Хочется просто спокойно сидеть в свое удовольствие, вязать, наряжать, оформлять. Вот, так что чем я дальше буду заниматься, пока не знаю. Ну, в настоящее время пока я вяжу носки. Вот. Ну и на этом, наверное, я с вами прощаюсь. Я надеюсь, видео вам понравилось. Пишите. Так что всем пока-пока.